Ждем стартового свистка Чакыра. Все у нас готово к началу матча. Реал играет в темной форме, в более светлой форме выступают гости. И Реал начинает с центра поля. Хорошо сыграл Бензема. Земиро. Вот. И пас блистательный. Надо забивать. Момент. Удар. Здесь Криштиану Роналду делает все, как и должен был сделать мастер его масштаба. Но Иско. Какой пас. Отдал. Покатил. Удар. Вот, кстати, Реал ловит на контратаке своего соперника. Вроде бы на контратаках Мальме пытается играть. Да, действительно, Иско сумел вот так вот развернуться и с левой ноги покатить мяч между ног защитнику в свободную зону. Здесь совершенно один Криштиану Роналду. И потом, допустим, довести до какой-то валидольной концовки. Надо за счет своего класса, за счет умения лучше играть в футбол. И в индивидуальном плане, ох, какой эпизод. И пропуская мяч под ногой. И вот этот момент. Это Карвахаль. Ух, как пробил-то. И это связано с тем, что ушел из жизни известный такой удар, известный в прошлом полузащитник мадридской команды Игнасио Сок. Ушел он из жизни в понедельник. Выступал за Реал не без успеха на протяжении 12 лет. Становился чемпионом, обладателем кубка. Удар хороший, из-за пределов штрафной нанес Ковачич. Скидочка здесь была уместна. Ассистировав Криштиану Роналду. Вот момент, удар поворотом! Вот то, о чем я говорил, то, о чем, наверное, все время думают поклонники Реала, и не только болельщики Реала, что необходимо забить второй гол. Иначе можно обжечься и не привести победу. Смот на правый фланг. Это как раз вышедший на замену Лукас Васкес. Его по-хоккейному встречают вот такой вот силовой прием. И желтая карточка, а не вторая, Лена. Ну, я бы не понял бы Чакыра, если бы он не удалил за вторую желтую карточку Ютуна. Скоро узнаем, сколько судья добавил. Карвахаль штрафную. Васкес прострел. А может быть, даже сделал хитрик, как в игре против Шахтера. Ну, если бы все залетало. То, что пускал в сторону ворот португальский бомбардир. Скоро узнаем, сколько судья добавил. Карвахаль штрафную. Васкес прострел. И есть, есть второй гол. Реала в самом конце. Криштиану Роналду забивает. Это дубль. Ну и теперь уже все. На 29-й минуте Криштиану Роналду отличился и на 90-й. Еще раз с вами смотрим. Карвахаль отлично играет. И вот в этом игровом эпизоде уже Васкес. Не как предыдущим, точен. А кто мяча коснулся последним? Нет, опережает. Опережает защитника, прекрасно выбрав позицию Криштиану Роналду.